Зайдет. Ух ты! Вы слышите этот звук? Какой ужасный! Котик Том превратился в пирата! Ого! Всем привет, ребята! Вы на канале Ушасти Kids, и сегодня мы с вами поиграем с нашим любимым котиком Томом. Эй, ребята, вы видели, что там происходит? Ничего себе! Если вы заметили, у нас обновление в игре, ребята. Сейчас будем смотреть, что нас ждет новенького к Хэллоуину. Для начала искупаем нашего котика Тома. Вот так. А теперь у меня для вас сюрприз. Смотрите, новая еда в игре. Это волшебная тыква с зельем. Сейчас мы попробуем и посмотрим, что же произойдет. Ух ты! Вы слышите этот звук? Какой ужасный! Котик Том превратился в пирата! Ого! Вот это прикол, ребята! А какая еда вам нравится больше? Вот такой острый перчик. Ну-ка, покажи, Том. Смотрите, что сейчас произойдет. Или вот такая волшебная чашка. Ой, кажется, Том наелся. Ребята, а давайте-ка мы дадим желтую бутылочку, чтобы наш котик Том снова стал худым. Ребята, предлагаю котику Тому устроить очень страшную вечеринку у себя дома. Порепетируем Хэллоуин. Сегодня к нашему Тому придет целая куча друзей. А для начала давайте-ка подумаем, как мы его оденем. Давайте снимем костюм с дроидом и выберем ему какой-нибудь жуткий наряд для начала. Смотрите, что у нас есть. Можно сделать желейного страшного кота. Это первый вариант, ребята. Или, например, сделать Франкен Тома. По-моему, он очень жуткий, ребята. А еще есть у нас племенная шерсть. Подойдет для страшной вечеринки. А также, смотрите, шерсть зомби. Это просто жуткий зомби-кот, ребята. Кибершерсть. Шерсть грязь. Кстати, тоже неплохо для страшной вечеринки. А еще мне нравится мумия. Давайте превратим нашего Тома в мумию. И сделаем ему какие-нибудь страшные глаза. Вот такие, например. Зеленые глаза пришельца. Ну, как вам такой вариант? По-моему, он очень жуткий. А если хотите, можем одеть костюмчик Франкен Тома, друзья. Ну что, давайте менять дом для нашего котика Тома. Мы вместо гостиной заглянули в гардероб. Давайте сделаем ему очень-очень страшный дом, чтобы все наши гости сразу испугались. Смотрите, что у нас тут есть, ребята. Очень жуткое кресло с летучей мышью. Мне очень нравится, но я бы никогда на него не села. А здесь у нас, вы только посмотрите, сокровища. Очень жуткое дерево. Если выключить свет, то эта тыква светится очень-очень страшным цветом. Теперь нам нужно переклеить какие-нибудь обои, поменяем их на какие-нибудь жуткие с черепами можно. Или, например, вот такие черные обои со светлячками. Так, а что у нас есть для стены? Вау, вот такая жуткая фреска вампира Тома, представляете? Дедушка котика Тома был вампиром, ребята. А теперь ковер. Можно вот такой жуткий зеленый ковер, напоминает страшную лужайку. И вот такой сделаем желтый пол. Ну, как тебе, Том? Нравится? Ему понравилось. Надеюсь, что вам тоже понравилась наша гостиная, ребята. А теперь давайте заглянем на нашу кухню. Дам ему еще разок тыквенный напиток. Ого! Он превратился в зомби, ребята. Как страшно. Ну-ка, а если еще раз? Он стал Франкен Томом. Фуф, ребята, так жутко становится, когда включается эта страшная музыка. Ну, а теперь переделаем нашу кухню. Я знаю, что мы сюда купим очень жуткий страшный холодильник. Я бы такой никогда не поставила себе в дом. Как вам холодильник котика Тома? Если нравится и вы считаете, что он страшный, ставьте лайк, ребята. Кстати, пока котик делает ремонт,
У меня есть для вас хорошая новость. У меня появился новый канал, который называется Гамикс, ребята. Обязательно заходите на канал Гамикс и подписывайтесь. А также приводите туда с собой своих друзей. Давайте-ка поставим новое окошко. Вот такую жуткую арку. Надо бы поклеить страшные обои. Я думаю, с черепами как раз подойдут. Котик Том оценил. А теперь у меня есть предложение прокачать нашего котика Тома как можно сильнее. Ну вот, мы уже на 55 уровне. И тут нас ждет какой-то подарочек. Сейчас посмотрим. Это шерсть дракона, ребята. Смотрите, какая крутая. Кстати, на нашей страшной вечеринке можно даже быть драконом. А что мы можем, может быть, какую-то шапку одеть для нашего дракона? Ух ты, вот такой красный ракет. Ну как вам тот дракон? Так, ребята, а нам с вами нужно заглянуть на лавку зелий. В лавку зелий. Купим зелье голода и мега зелье для того, чтобы дойти сегодня до уровня под номером 50. Ну вот, уже купила целую кучу зелий. Давай, Том, подрастил еще немного больше. Вот так. Ребята, а вы когда-нибудь прокачивали котика Тома с помощью зелий? Кто прокачивал, напишите в комментариях цифру 1. А у нас в подарок монетки. Замечательно. Они нам пригодятся. А вот и наше зелье. Смотрите, у котика Тома целая куча зелий. Ребята, смотрите, наш дракон может дышать огнем. Как прикольно! Можно сделать специальное шоу от дракона вместе с котиком Томом для наших гостей. Как вам такая идея? По-моему, будет здорово. Держи. Дам ему еще зелье Макс. Ну а пока украсим наш новый дом дальше, а потом будем прокачивать котика Тома еще больше, друзья. Ну, а мы им делаем ремонт. Давайте посмотрим, что жуткого мы можем сделать в ванной. Вот такой жуткий туалетик поставим. У нас, по-моему, еще была очень-очень страшная заслонка. И тут еще есть мой любимый коврик с жуками. Очень мерзкий, ребята. Фу, посмотрите. Очень жуткая паутина. Это очень-очень ужасно. Кстати, ребята, у меня для вас есть хорошая новость. Сегодня подписчиков ждет целая куча приветиков, так что не пропусти свой привет. А если ты тоже хочешь получить привет на нашем канале, тогда подписывайся и напиши в комментариях свое имя и фамилию. Да, ребята, хотела у вас уточнить. А кто подписался еще на один мой новый канал, который называется Каталекс? Кто подписался на Каталекс, напишите в комментариях «Уже подписан». Так, попробую-ка я искупать нашего дракона. Вот так. Неплохо. Теперь сделаем ему очень страшную спальню, чтобы здесь было просто очень жутко спать, ребята. Сейчас мы поставим какой-нибудь жуткий фонарик. Вот такой, например, мой любимый. Постелим страшную постельное белье. И купим вот такую жуткую койку. Столько новинок у нашего котика Тома. А вот и дощечка с летучими мышами. Жуткие волнистые обои. Твоя спальня готова. А теперь предлагаю переодеть самого котика Тома. Для этого отправимся в гардероб и превратим нашего котика Тома во Франкенштейна, ребята. Где же наш костюмчик Франкина? Вот он. Смотрите, какой ужасный. Каким бы цветом сделать ему глаза? Вот такие глаза зомби. Ну вот. Наверное, такой котик Том самый страшный. Самый страшный Том. А сейчас самое время поиграть в какую-нибудь мини-игру. Давайте откроем новую, которая называется «Разбей кирпичики». Здесь нам главное целиться в кирпич. Ребята, кто играл уже в эту мини-игру? Напишите в комментариях. Ну а пока котик Том играет в свою любимую мини-игру, буду передавать приветы для наших подписчиков. И первый приветик у нас сегодня получит
Катюшенька Косматова. Большой-большой тебе приветик, Катюша. Даша Аксимчук и Вика Трескова. Большой-большой вам всем приветик, девчонки. Также привет Даше Бабушкиной и Ане Котик. Лизонька Титова получает огромный привет. А также Вика Кардаш. И еще огромный привет для Оли Самохиной, Аллы Головневой. А также Еркожан Мрзатый, Леночка Ковалева получает у нас огромный приветик. Также летит привет для Вики Бедняковой, Софии Стрижовчук, огромнейший приветик. Вероники Моисеенко, Катюши Клепфер, Алисе Котлеровой, самый пушистый привет от котика Тома. Алена Аршинова, Еленочка Ким, Варя Подковина, Вика Киреева получает огромнейший привет. А также привет для Виолеточки Салта, Вики Немченко, Настюши Черныш, огромный-огромный приветик. Также привет у нас есть для Насти и Оли Супруненко, огромнейший приветик. Катюше Пупе, большой привет. Аня Васильева, Катя Тюменбаева, Влад Парфенов и Вика Рачкова. Всем вам, друзья, большой-большой привет. Спасибо большое, что вы с нами, ребята. Ну, мы возвращаемся в дом котику Тому, чтобы прокачать нашего Франкен Тома. Давайте устроим день рождения Тома, когда он будет Франкенштейном. Вот это будет прикольно, ребята. А мы на 57 уровне. Сейчас посмотрим, какие нас там ждут подарки. Совсем чуть-чуть, и у котика Тома будет юбилей. У нас открылся шлем дракона. Прикольно. А я его раньше не примеряла. Надо будет попробовать обязательно сделать настоящего Тома-дракона. А я продолжаю давать зелье, чтобы отметить день рождения у Франкен Тома. Давай-ка еще немного. Ты не голоден? Тогда зелье Макс. 58-й, совсем чуть-чуть. А нам в подарок монетки, ребята. Давайте посмотрим, что сейчас нас ждет. А вот и день рождения. Ух ты, ребята, смотрите, сколько новых уровней у нас открылось. С днем рождения тебя, Том! С днем рождения! Задувай скорее свечи! А что в подарочек? Сейчас проверим. Шерсть-скелет, ребята! Обязательно ее примерим. Пойдем скорее в гардероб и померим твою шерсть-скелет. Смотрите, какой страшный котик Том. Давайте только поменяем ему цвет глаз. Какие бы глазки сделать для нашего скелета? А пускай будут вот такие. По вашему мнению, какой из котиков Тома сегодня был самый страшный? Напишите в комментариях. Очень интересно, друзья. Смотрите-ка, наш огнедышащий скелет. Ого, ничего себе. А давайте дадим еще тыкву. Ты что, не голоден? Придется воспользоваться зельем голода, ребята. Попробуй-ка еще разок. Вот это приколы нас ждали к Хэллоуину, ребята. Ух ты, смотрите, какой смешной котик Том. С осьминогом на голове. А в этот раз? Посмотрим, ребята. Ух ты, какие смешные у него очки. На самом деле, жутковато немного, ребята. Ух ты, котик Том стал черным. А теперь самое время немножечко поиграть. Давайте поиграем в игру «Только вверх», ребята. Прыгай, Том. Попробуем поставить сегодня новый рекорд. Я надеюсь, нам это удастся. Ой, чуть было не свалились. Лови мешок и цепляйся наверх. Отлично, взяли целый мешок золота. О-о, попробуй еще разок. Вижу защитный шлем. Ты похож на рыцаря теперь, Том. Подожди. И опа! Ого, смотрите, здесь все колючее. Главное, ни за что не зацепиться. Ой, кажется, котик там свалился вниз. Попробуй-ка еще разок, Том. Кажется, нам мешает это колесо. И посильнее. Фуф, хорошо, что не вниз, ребята.
Вот так. Ой, зацепились. Отлично. И повыше. Ой, ребята, что-то мы с котиком Томом совсем заигрались. Сейчас как раз придут в гости, и самое время устроить жуткую вечеринку. Ну, а я с вами прощаюсь и рекомендую вам посмотреть еще что-нибудь про котика Тома на нашем канале. Обязательно подписывайтесь и ставьте ваши лайки, если любите котика Тома. Ну, а на этом все. Всем пока-пока!